Танцы посреди рабочего дня на площадке предприятия. А рядом операторы линии вместо того, чтобы стоять у станка, разбирают башню из деревянных брусков. Не настоящую, игрушечную. Так компания с мировым именем Марс празднует 5-летие с того дня, как был создан первый шоколадный батончик. Здесь, на Ульяновской земле, в рабочем поселке Чердаклы. На торжество пригласили губернатора Сергея Морозова. Ведь во многом благодаря стараниям областной власти кондитерская фабрика начала свою работу в регионе. Екатерина Дьякова работает на предприятии с самого момента основания. Она была одна из тех, кто готовили появление этого проекта. Свою работу она любит и объясняет, почему. Средний возраст сотрудников на фабрике 30 лет. Это молодые энергичные люди, стремящиеся к успеху, к изменениям, к росту, к развитию. Во-вторых, люди, которые уже заточены, если можно так сказать, на эффективность. Сладкая продукция ульяновского производства поставляется не только на местный рынок. Попробовать шоколадки из Чердаклинского района можно как в соседних странах, так и, например, на весьма экзотическом Ближнем Востоке. Мы стали одной из самых эффективных фабрик в стране и в большом регионе, к которому мы принадлежим. А на фабрике выросло количество сотрудников, которые работают. Сейчас на фабрике порядка 330 сотрудников. Это жители Ульяновска, поселка Чердаклов. Люди развиваются, люди стремятся к совершенству. Я очень горжусь командой, которая работает на фабрике. Ну а сам праздник продолжался с утра до позднего вечера. И это неудивительно. День рождения фабрики руководство дало выходной всем сотрудникам предприятия. Егор Ситов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.